Добрый день, снова с вами Дмитрий Митрофанов. На этот раз у нас любимый многими робот Бендер из мультфильма «Футурама». Вот такой вот робот. Высота у него 31 сантиметр. Как обычно, сделан из металлолома и запчастей. Значит, на тело вот такой оно конусной формы. Пошел чулок заднего моста, по-моему, то ли Жигулевского, то ли Москвичевского, не помню. Отрезал кусок. Значит, снизу заварил. Скажем так, ну сначала делал таким образом. Брал трубки какие-то автомобильные. То ли маслопроводы, то ли там какие-то еще трубки с грузовиков, не знаю, большие. Приваривал вот эти вот полушарики, скажем так, купленные в магазине строительном. Потом надевал вот эту вот броня. Броня это вот такая вот гибкая. Это просто от душа взят шланг, обрезан по месту. Вот там вот в той части сделаны два отверстия. Значит, надета вот эта вот гофра. И трубка заварена там изнутри. Потом все это уже приварено к телу. Также сделано с руками. Вот здесь вот сделаны два отверстия. Сюда вставлена трубка. Здесь приварен такая вот шайба. Это не шайба, а часть откидного болта вверх. Надета тоже на трубку, заварена. И как бы вот эта гофра... Шланг от душа зажата между вот этими частями. И здесь добавлены пальцы. Бутылка у него. Пиво пьет или что он там любит. Дверца сделана такая. Но она, конечно, не открывается. Фальшивая. Дверца с ручечкой из шарика. Маленький шарик. Так, из чего делали голову? Это взята просто труба. Сверху тоже приварена половинка шарика из строительного магазина. Да, вставлены вот такие вот сплющенная тоже круглая труба была. Ее сплющил, получилось вот эти вот основания глаз. И вставил туда два кругляшка от лазерной резки. Плюс у них еще скошены, как бы сделан, как будто у него брови там такие хмурые. Ну и сверху сделана антенка на голову. Это, значит, от москвичевского коромысла винт крепления гайки там. Чтобы настраивать клапанный зазор. Вот там такой винтик стоит. Также вот высверлил, скажем, вот эту часть в голове. Сзади изнутри приварил решеточку от принтера. И изнутри вставил сигару, тоже приварил. Вот у него тут сигара. Вот такой вышел у нас Бендер-сгибальщик Родригес. Робот из мультфильма «Футурамы» в стиле Recycle Art. Сделан под заказ. С вами была мастерская Дмитрия Митрофанова. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!